Ребята, привет! Это новый выпуск. Мы в Швейцарии. Мы едем сегодня осматривать достопримечательности. Только прилетели из Дубая, сейчас берем машину в прокате. Мы в этот раз в бюджете. Нам сказали, что нам дали машину Opel Insignia. Сейчас едем получать. Аэропорт очень маленький. Сейчас ждем автобус. Едем на парковку и будем смотреть машину. Мы пришли к нашей машине. Нам дали вот такой вот Opel Insignia. Новая машина. Вот такая вот. Забираем, грузимся. Открывается вот так ногой. А теперь не открывается. Только что открывался. Ладно, наконец-то открываемся. Так. Двигаемся от Женевы до города Шамони, где находится гора Монблан. Приехали, называется. На горы смотреть и гулять. Друзья, привет! Мы приехали в поселок Шамони в Альпах возле горы Монблан. Ребят, мы в Шамони, пришли на центральную улицу. Здесь много людей гуляют, красиво. Лето, вообще горнолыжный курорт, но все равно очень много людей, даже туристов. Фонтан. Ребята, мы перекусили и сейчас двигаемся на парковку. Были в магазине. Сейчас двигаемся, будем селиться в нашем отеле. Сейчас покажу вам, где мы остановились на парковку. Мы идем забирать нашу машину. Вот она стоит здесь. Мы добрались до нашего отеля. Отель называется у нас Best Western. Чтобы забронировать, смотрите на ссылку в описании. Отель находится недалеко от поселка Шамони, буквально в 3 километрах, с видом на гору Монблан. Друзья, доброе утро.
Мы вчера практически не снимали. Добрались до отеля. Отель называется Best Western Excelsior. Вот мы его сейчас снимаем. Посмотрите, как он выглядит. Мы снимали с дроном. Вот, мы вчера добрались, запарковались, получили комнату нашу. И сегодня уже планируем наш основной маршрут. Посмотрите сейчас, как выглядит наш номер. Выглядит комната со стороны балкона. Здесь кровать. Здесь есть столик. Здесь есть шкаф. Ванная комната. Душ. Все, что необходимо, все есть. Стоило для нас 170 евро. Выселяемся из отеля. Сегодня двигаемся вдоль границы Франции, Италии, Швейцарии. Сейчас едем в поселок Курмайор, а потом будем двигаться в сторону Берна вдоль долины озер и водопадов. Дорогие зрители, наше увлекательное путешествие продолжается. Хочу поведать вам о том, что мы решили проехать под Монбланом на сторону Италии. Мы стояли в пробке порядка часа 17 минут вот на сейчас. Самое интересное, проезд по туннелю стоит 55 евро. Короче, мы немножечко опростоволосились с поездкой. Ничего опростоволосилось, может, там интересно. Ну хорошо, посмотрим, будет ли интересно за 60 евро в один конец. Ой, ладно. В общем, едем. Сейчас уже выезд из тоннеля уже виден, по-моему. Мы переехали на сторону Италии на машине, проехали под Монбланом. Вот он находится за моей спиной. Сейчас вы его увидите. Тоннель стоил 54 евро на проезд туда и обратно. Действует он в течение недели. Это достаточно дорого для проезда через тоннель. Мы ездили по многим странам Европы, по Норвегии, Италии, Франции. Никогда не платили за тоннель. Это очень странно. За нами уже итальянская граница, и мы сейчас спускаемся в город Курмайор. Поехали. Мы сейчас будем садиться на железнодорожный паром, то есть на поезд-транспортер, который будет нас вести по туннелю внутри горы. Стоимость билета 27 франков. Мы сейчас будем садиться на поезд. Hi, English? Yes. 27, yeah? 27. Thank you.
Thank you, Sean. Thank you. Все, мы взяли билет на поезд. Мы сели на поезд последней машиной. Вот так мы заехали. Заезд происходит вот так прямо. Вот, нас посадил вот этот добрый дядечка. Вот он пошел. Мы на пароме. На поездном пароме. На железнодорожном пароме. О, поезд тронулся. Вот машина перед нами. Бортики поднялись. Близко притертые. Вот так это происходит. Авиа не только дорожная, но еще и железнодорожная. Вот. Не только по воздуху, не только по морю. На железнодорожном транспорте. Тыдык-тыдык. Заезжаем в тоннель. Все, в полной темноте едем. Вообще ничего не видно. Я только включил, у меня подсветка салона включена. Это вообще полная темнота. Болтает. Поставили ручник, на ручнике едем. Мы выезжаем на улицу. Ура! Закончился туннель. О, тут яркое солнце. Второй поезд пошел навстречу нам. Поехали. Мы приехали на озеро Блаузе. Это озеро, где разводят форель. В общем, как дети до 5 лет, мы не пройдем. Придется покупать билет. Билет стоит 8 франков на человека. Вот такие скалы. Идем. Разная есть. Пойдем сюда налево, пройдем. Меньше людей. Пойдем, посмотрим. Смотрите, какая рыба здесь. Здесь крупная. Мы пришли на ферму, где выращивается форель разных размеров. Мы также были на ферме по форели в Португалии. Вот здесь сверху будет подсказка на ролик про Фуншал и про Мадейру. Thank you.
мы двигаемся дальше на парковку. Будем двигаться дальше по нашему маршруту. Мы приехали в город Интерлакен. Находится между двумя озерами. Вот такой вот типичный швейцарский город. Друзья, мы приехали в Лайтенбрюнен. Это долина 70 водопадов. Здесь город находится в таком ущелье. И вокруг, вот как там за моей спиной, водопады. Они здесь сочатся изо всех скал. Везде, везде, везде вокруг. И посмотрите сзади на две скалы и снежный ледник. Мы приехали на фуникулер в этом городе Лаунбюро. Наверное, сегодня уже не успеем, может быть, поедем в другой день. Или завтра заедем, если будет у нас получаться. Есть интересный сувенирный магазин. Рюкзаки, вот книги, брелки разные. И продается швейцарский воздух. Маленький баллончик швейцарского воздуха стоит 15 евро, а большой баллончик 23. То есть, кому интересно, могу привезти сувенир швейцарский воздух. Лаутенбрюнен. Город долины 72 водопадов. Я не знаю, возьмет ли камера, но днем здесь очень круто. Посмотрите, какие горы. Мы поужинали. Шел сильный дождь, поэтому мы не снимали. Мы вот поели в альпийской деревне Гринденвальд. Это по мотивам Гарри Поттера. Кто знает, тот поймет. Гринденвальд — это был волшебник, который был другом Дамблдора. Но потом они долго соревновались, и он стал злым волшебником. Вот, посмотрите, какой красивый, красивый, красивый поселок. И какие здесь горы крутые. Посмотрите, вот какие горы наверху. Очень высокие, очень отвесные, прямо вот здесь вот. Я надеюсь, что камера передаст. Все, вот наша машина стоит, поедем. Поедем на ночлег. Друзья, мы наконец добрались до нашего отеля вечером. Сейчас будем селиться. Интересно, жат ботинки. Йога Воха. Кто? Йога Воха. Утро. К нам придет. Ой, ты фур. Ох, да. Мы вчера долго ехали по многим швейцарским городам и деревушкам, доехали до поселка Хальсенберг, где поселились в замечательном отеле. Посмотрите, как выглядит наш номер. Вот такой пол, стилизованный под кожу. Здесь вся мебель вот из такой древесины. Вот здесь есть также кухня с плитой, с мойкой, с полностью всем набором посуды. А вот здесь такая перегородка для ванной. То есть здесь вот есть умывальник, туалет, здесь есть душ. Вот, номер простой, все, что необходимо, есть. Но посмотрите, какой вид открывается из окна.